уходит на ковер любимицы очень многих гимнасток. Дина Аверина, кумир. Музыкальное сопровождение с прицелом на чемпионат мира, который состоится в Италии в конце августа. Веры Шаталиной, Веры Николаевны Шаталиной. Да, вы знаете, в программе Дина такая насыщенность именно элементами мастерства предмета, необыкновенными ловлями. И предмет вам не находится в статике ни одной секунды. Дина все время мяч бросает, ловит то ногами, то спиной отбивает, то... Можно ли сказать, что в лице сестер Аверин мы имеем ярких предметниц? Так?